Жители северо-западного района столицы, в том числе и сотрудники нашей редакции, не смогли сегодня вовремя добраться до работы. Причина – большая по чебоксарским меркам пробка на Московском проспекте. Как выяснилось, ранним утром в опору троллейбусных сетей врезался автобус. ДТП произошло в 6:30 утра. Водитель автобуса 12-го маршрута не справился с управлением и влетел в столб в районе улицы Афанасьева. За медицинской помощью с ушибами обратилась пассажирка. В результате аварии повредилась троллейбусная линия, что и вызвало проблемы с движением на проспекте. За рулем находился 22-летний водитель с небольшим стажем вождения, сообщает автопортал «За рулем». Ситуацию прокомментировали и на еженедельном совещании правительства. Полотно скользкое, в итоге въехал он на опору контактных сетей троллейбусов наших. В итоге 6:58 обесточено, движение, соответственно, остановлено. Все движение всех наших троллейбусов, в итоге затор со всеми последствиями. Ремонтные восстановительные бригады троллейбусного управления и городских электрических сетей выехали своевременно. И 7:26 движение троллейбусов было восстановлено. Чувашавтотранс, которому принадлежит автобус, теперь ждет служебное расследование. Впрочем, горожане уже предложили свои варианты. Он случаем раньше не на маршрутке работал? Тормозить-то он начал, потому как не успевал проехать. Пролетел-то он на красный в итоге. Надо виноватых в ДТП на пересдачу экзаменов отправлять.